О, Варшава, 223, 1973 года, Польша, Ольщин, за рулем Петр Рафал Садовский. А сейчас занимательная история про конкретный автомобиль. В августе 2006 года, после нескольких месяцев поиска, Рафал решился поехать и купить данный автомобиль. Владельцем был Ян, таксист из Гдыни, который в течение 20 лет возил туристов. Варшава проехала около миллиона километров по дорогам общего пользования в Польше, Литве, Латвии, Голландии, Англии, Шотландии, Германии, Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Венгрии и, наконец, России. А сейчас Рафал выходит из своего замечательного автомобиля. Аплодисменты! Он будет награжден почетным дипломом участника авторетро-фестиваля «Золотая тень Кёнигсберга 2019». Дорогие зрители, друзья, ваши аплодисменты! По сути, автомобиль Варшава – это автомобиль «Победа», который выпускался по лицензии на польской заводе «ФСО». Фабрика самоходов «Особого» под маркой «Варшава». И машина выпускалась до 1973 года. Они все хорошо работают, хоть и старые.